Отдел ГИБДД по городу Таганрогу напоминает: переходить дорогу надо только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, зеленый, как называется. Но и даже при переходе перекрестка при этих условиях надо быть особенно внимательной. Для одних водителей пешеходный переход ничего не значит. Другие вас могут не заметить и не заметить красный свет светофора. Третьи проедут, не уступив вам дорогу. Поэтому особенно вы должны быть внимательны при переходе дороги там, где нет светофора. При переходе дороги ваши действия должны быть четкими и понятными для водителя. Ни в коем случае не останавливайтесь, не двигайтесь назад, не перебегайте дорогу. Особенно это касается при переходе дороги в темное время суток. Помните, это важно, особенно когда идет дождь и дорога мокрая. Поэтому с целью стать заметным для водителей мы рекомендуем вам использовать различные световозвращающие предметы. Это брелки, значки, специальные материалы, ленты. Либо использовать одежду, в которой имеются уже световозвращающие элементы. Постараться избежать надевать темную одежду. Также, чтобы стать заметнее на дороге, можно использовать мобильный телефон. Включив телефон, либо фонарик и направить его в сторону приближающего транспорта. Так вы станете заметны для водителя и спокойно перейдете дорогу. Перед переходом дороги остановитесь, снимите капюшон, отключите музыку, снимите наушники, перестаньте разговаривать по телефону, чтобы слышать и видеть, что происходит на дороге. А теперь переходите. Начиная переходить дорогу, убедитесь, что вашему обзору ничего не препятствует. Если припаркованный транспорт стоит или машина вам уступает дорогу, подойдите к краю машины, посмотрите из-за машины, убедитесь, что машин других нет, или едущая машина вам уступает дорогу, и только после этого продолжите движение и перейдите дорогу. Особенно хотелось обратиться к молодым мамам. Бывают очень часто такие случаи, когда из-за стоящего транспорта показывается сначала коляска, а потом появляется лицо, катящее эту коляску. Пожалуйста, не подвергайте жизнь ребенка опасности. Коляску надо перевозить сбоку. Сначала убедитесь, что машина вам уступает дорогу, а потом переходите. В других случаях, в обязательном порядке, при переходе дороги, если вы идете с ребенком, возьмите ребенка за руку. Ни в коем случае его не отпускайте. И перейдите дорогу, соблюдая все правила дорожного движения. Не стоит придерживаться выражения, что пешеход всегда прав. А ГИБДД по городу Таганрогу желает вам благополучия, безопасных дорог и соблюдайте правила дорожного движения.